О правилах и применении пестицидов агропроизводители должны знать заранее, прежде чем приступить к производству сельхозпродукции. Если использовать их пестициды неправильно, будут проблемы не только с экспортом, но и на внутреннем рынке. Об этом заявил Андрей Кумпанич, эксперт в области растениеводства. По его словам, любой продукт должен являться безопасным для здоровья людей. Мы, как потребители, да, покупая вот продукт в магазине, мы должны быть уверены, что этот продукт является безопасным для нашего здоровья. Поэтому производители, те, которые производят, должны быть информированы, и чтобы они соблюдали вот те нормы, которые уже приняты в основу закона. Андрей Кумпанич считает, что если не использовать пестициды для защиты растений, сельхозпроизводители не смогут получить качественных фруктов, конкурентоспособных на рынке. Сущность использования вот этих пестицидов является для того, чтобы достичь то качество и ту безопасность, и растения защитить от вредителей, и чтобы она плодоносила не только в этом году, но в будущем году, потому что зависит от того, как мы защитим. Пестициды подразделяются на фунгициды, препараты против болезней, инсектициды против вредителей и гербициды против сорняков. Есть, конечно, и удобрения, и вносятся они в разные сроки, говорит Ольга Мош, сотрудник территориального агентства по безопасности пищевых продуктов АНСА. С удобрениями в обязательном порядке нужно тоже быть осторожными, потому что, смотря какие условия, погодные условия, концентрация, все это удобрение может действовать не в пользу, а во вред. Агентство по безопасности пищевых продуктов АНСА – это единственный орган в Молдове, контролирующий расходование пестицидов. Если есть остатки, допустим, они бывают, что есть, значит, они должны храниться на складе до тех пор, пока не пытаются внедрить в Республике Молдова программу по утилизации. Но да, это да. Очень дорогостоящее, и пока на сегодняшний день нет, но будем надеяться, что будет такое. Также мы проверяем временные склады. То есть, если экономический агент купил себе на сезон определенное количество препаратов, он хранит на складе, да, это не тонны. В нынешних условиях важно переориентировать экспорт молдавских фруктов с рынков СНГ на рынок Европейского Союза. И здесь требования также жесткие в отношении количества действующих веществ, пестицидов и их остаточного содержания в свежих плодах. Большие сети из Европы, да, они делают акцент только на 4 или 5 активных веществ, которые были идентифицированы в продукте, и даже вот эти 3 или 4 активные вещества, они должны быть на меньше на 30% по сравнению с те, которые прописаны вот в регламент. Сельхозпроизводители должны быть информированы заранее. Для них проводятся семинары и обучающие тренинги. И самое главное, они должны проходить с конца осени, начала зимы, когда готовой продукции уже нет или еще нет, подчеркивает сотрудница АНСА Ольга Мош. В Молдове есть регистр препаратов, пестицидов, и насчитывает он 1082 наименования. Кстати, их можно узнать на сайте pesticide.md. Когда мы говорим разрешенный препарат, это имеется в виду коммерческое название и действующее вещество. А не только действующее вещество, а коммерческое название может быть другим, потому что это уже нарушение закона. Многие страны продолжают ограничивать использование пестицидов, так как их воздействие на здоровье человека и окружающую среду вызывает серьезное беспокойство. До настоящего времени агропроизводители Молдовы закупили не менее 60% необходимых на этот год удобрений и пестицидов.